мне понравился красный рюкзак с прозрачной пленкой, так как я очень люблю прозрачные вещи. Больше всего мне нравится бирюзовый рюкзак с черными лаковыми полосками и бордовый с черным, бордово-черные тоже оптические полосочки. Мне очень понравился черный рюкзак с такими бордовыми голографическими полосками. В общем, он какой-то безумный-безумный, и мне кажется, что ну, это какой-то вообще новый тренд лета будет обязательно. Все должны в нем ходить, он очень крутой. Мне больше всего понравился рюкзак серый в черную мелкую полоску, поскольку он нейтральный и отлично подойдет под мою коллекцию SS15. Для меня он удобен. Мне очень понравился проект, очень яркий и жизнерадостный. Это то, чего сейчас нам всем не хватает. И в связи с этим мне понравился желтый рюкзак, потому что, как и любой девочке, уже очень хочется весны, тепла и солнца.